ударов не задам. Yeah, boy. Привитус, амигос. Ну что, как и грозился, взял я новый меч, привел его в боевую готовность, значит, наточил. Оказывается, что на молнию я камень не нашел, на молнию не могу оружие замутить, могу на тьму. На тьму и сделал. Была еще как бы мысль заточить его либо на силу, либо на ловкость, чтобы, ну, бусты заточить. И при этом можно будет тогда накладывать на это оружие дополнительные эффекты, имея также и скейлы у этой пушки. И неплохой дамаг. Но что-то бонусы там, что тяжелым самоцветом, короче, пушка начинает давать меньше, чем она дает сейчас. Не знаю, что за отстой. Но когда, возможно, будет у вас силы там миллион, тогда да. А пока, ну, пришлось сделать так. Внезапно выяснилось, что мой герой такую ношу таскать не может. 62 килограмма – это предел веса, после чего теряется бег и кувырок. Но я еще могу, смотрю, надеть перчаточки потяжелее. Вот насчет вот этих. А, вот и покруче есть. О. А вот перевес. Так что придется мне пока поиграть в Робокопа. Посмотрите на вот этот роскошный кувырок. Щит я тяжелый и супер тяжелый взять не могу. Зато дамаг у моего героя сраться 388. Ну плюс еще тьмой по тем, у кого от нее нету дефа. Вот, так что, ну, теперь, собственно, отправлюсь я куда, наверное? Отправлюсь я в Клааку, туда, где дальний костер был в этом ретиле. Посмотрим, что там в подземельях. Кстати, внезапно выяснилось, что в этой части нельзя луки точить. Вот это охренеть вообще. Не затачивать, не закаливать. То есть, если я раньше себе делал лук на тьму, вот этот убойный синий, здоровый. То есть, я вообще хотел сейчас пойти демону напиздюлять. Но для этого мне, естественно, нужен лук, потому что в ближнем бою с демоном бороться бесполезно, магии у меня нет. А лук, оказывается, не точится. Ну, тогда хер его знает. Придется отложить этого босса до поры до времени. Куда они бегут? Ах, вы гандоны ушлые, это посмотри, что задумали. Хуя кому половину, блядь. Сука. Нахуй смахнул их, блядь. Непривычно, конечно, сейчас. Сейчас я адаптируюсь. Адаптирую свои руки под игру. Под игру чисто танком. Да, потому что это чисто танк. Хрен его знает. Вот с таким выдающимся кувырком непонятно, как он успел ноги-то вниз опустить. Я думал, он сейчас на рога на шлеме, блин, упадет и в землю воткнется. Нет, повезло засранцу. Сучка драная, блин, поняла кто-то? Блядь, еще одна. Не меньше драная, чем та. Блядь, где ваншоты-то? Ваншотов нет, только потому, что тьма по ним не бьет. Тьма — это не то, чем надо было их мудошить. А, как я понял, священное оружие дает лишь только... Большой скуп. Дает лишь только скейл от магических способностей. Слезы. Ну, я думал, тут напишут, что стена там рушится. А, если я лук сниму, смогу надеть штанишки получше. Было бы нужно. Нахер бабалите просто пробил ему по ноже огненной ведьмы. Ну чё, по ноже огненной ведьмы. Сейчас вопрос брони стоит у меня. О, 5,5. Не. По ноже рыцаря понтифика — это максимум, что я могу себе позволить. Может, они с броней рыцаря понтифика лучше будут смотреться. А я на полегче. Ну и дамага пропускает побольше. Во. Вот так. Перчатки можно теперь надеть. Крутые. Нет, нельзя. Хм. А, во. Да, такого ушлепища я. Чё это за звук? Это ветер тут так дует? Ах ты, сука. А алва? Лев, что ли? А, ты, что ли, шаболда? Блять, пошла ты.
А тебе чё, подожди, подожди, дружище, тебе чё, вообще похуй, что тебе с прыжка, блядь, с двуручника уебали? Ты настолько охуел, что ли? Да, дамаг у него, ой, недобрый. Да как ты не сдох-то, я не понял. Исправили ситуацию. Муракумо. Не эту ли хуйню Симонов рекламирует? Ой, так, подожди, что это двуручный меч палача у меня есть. Я мог бы и его наточить. Но двуручный меч палача это... По сути, это полуторка, блядь. Я вижу по скейлу. А что за маракума? Где она? Видите какую-нибудь маракуму, блядь? Я не вижу никакую маракуму. Вот она. Сука, на ловкость падла, как и черная катана. 122, черный 50. Ну, это даже маракума чуть получше. Нет, хуже, чем черная катана. А, лучше по скейлу. Но по требованиям проигрывает. Удар во вращении, удержание. Изогнутый... А, маракума изогнутый двуручный меч считается. Вот этот прикол. Так, бляха, муха. Может, я неправильный меч все-таки выбрал? Было еще, смотрите, 95. Да не. 152 плюс 51. 167. О, вот это надо было. 167 плюс 42. Да и е. Ладно, че уж там. Теперь-то, после того, как просрал кучу заточек, идти еще до заточки фармить на серебряных рыцарях, да, в жопу. Че тут за обрыв-то хоть? Нахрен. Лучше туда свое любопытное лицо, скажем так, не совать. Блин, отстойно играть таким убертяжем, конечно, нахрен. Я этот меч себе скрафтил, вообще не понимаю. Соскучился, наверное. Но у меня герой вообще не предназначен, конечно, для таких тяжестей. Я думаю, не отложить ли мне этот меч для лучших времен вместе с этой, со всей этой херотой, что на мне надето. Потому что, ну, защиты никакой. Кстати, я практически могу это все носить. Вот в чем прикол. Да я ведь почти все это и носил. Штаны только северные. И перчатки. Вот эти. Но это не самый хороший кувырок. Подожди-ка, дорогая. Шлемик же. Вот он. Вот он наш покемон. А сейчас меня нахер пошлют, наверное. Да не, нормально. Так, те... Я ебал, нахуй. Охуели, что ли, совсем, блядь. Dark Souls скримеры, блядь, завезли. Ебать, я обосрался. Охуеть вообще можно, блядь. Нихуя себе. Стоишь тут, блядь, выбираешь. Хорошо я снял те штаны, блядь, потому что в эти насрать-то не жалко, блядь. А те-то новые, блядь. Это что за хуй там? Всадник без головы, блядь. И без лошади. Знаменитый всадник без всего, блядь. Ой, сука. Бля, ну скример вообще, конечно, заставил просраться. Таким кирпичиком, ёптать. Обивку кожаную попортил. Заперто. Интересно. У него, смотрите, для клеймления, короче. Печать клеймо. Чё за, блядь, чавкающие звуки такие? Непонятные. Как будто кто-то... Такой звук был в Южном парке, когда кого-то в глазницу... Типа, вот звук... Труп типа жарят в глазницу с таким звуком.
Ну, серия про Хэллоуин, камон. О. Ау. Нихуя на полоску сжигает. Каким хуем, я не понял. И что делать? Как ее назад-то? А, она вон опять отросла. Пиздец. Ничего себе они завезли геймплея. А чья это голова? Маска чья-то. Вихрь? Тут вихрь, видимо. Да хорош опять. Вау. Базарю, блядь. Вот это она мочит. Хераси прижала такая голова. Ничего себе, блядь, локация. А мне точно сюда, я стесняюсь спросить. Что-то мне тут, блядь, не очень нравится. Блядь. Ладно. Будем надеяться на щит. Ага. Какой ты умник, блядь. Ты вниз хотел, да, пихнуть? Вот уж шлепан, блядь. Пока она раскаливает свою кочергу, уже можно ей самой, блядь, в очко свой мечик огненный засунуть. Для ПВП штука, блядь, незаменимая, мне кажется. Слушайте, палашек-то вообще хорошо. Хорошо мочит вот этот вот у него удар с разгона, вот этот. Вообще огонь. Кто тут сдох? Ух ты, блядь, что это на нем? Это он тут поваром работал, что ли, прежде чем его убили? Блядь, он просто вышел, встал и помер. Охуеть, что так бывает, что ли? Пиздец, тут такие звуки. Вот такие хоррорные, блядь. Кремовые. Офигеть, вот это Локо. Топот, шаги, все вот это слышно. Я даже, блядь, помолчу, чтобы послушали те, кто сам тут не был. Хотя, что вы там не слышали-то, да? Блядь. Ебану-ка я уголька. Что-то с ним как-то пободрее, блин. Полоска такая сразу километровая. Призывать кого-то можно. Сука, да что тут, блядь. Сикарандус этот задолбал, блин. Жалко, тут нету такого же говна, чтобы зеленую полоску удлинить. Вот это был бы номер. Угасающая душа. Ты чё заблёвыш, блин? Это я сюда аккуратно просто спустился, да? А мог спуститься быстро. Я так понимаю, что вот эти камеры, которые заперты, они как бы, что ты в конце локации ключ найдешь и еще раз пройдешься в итоге, отпирая уже все камеры. Почему они загораются? Когда они орать начинают. Это, блядь, Освенцим какой-то, нахуй уже. Шляпа старого чародея. Зачем мне чей-то член, да? Что-то звякает, блядь. Ладно, это трипер. Ау. Вот сука. Хуя она кайфует. Да, огоньком ее. Огонек ее бодрит прям. Прям замечательно. А, блять, это кровотечение она накладывает. Да похуй, я лучше вылечусь. У меня последняя, вдруг будет босс это вешать.
Ща как ебанет, наверное, ваншотом, смотрите. Нет, слава богу. Фух. А хули она снова-то копится? Ты чё, кровотечение, блядь, двойного действия? Двухразовое, что ли? Что, пока я, блядь, у костра не посижу? Чё, у него там под юбосом? Мне показалось, что у него там вагина. Хуй, она там бегает. Ну давай, яд, делай свое дело. Ну почему я жду-то, блядь? Сука, она как раз накалила там свою хуйню, блядь. Еще раз копится, пиздец. Яд этой овцы что, до конца игры, блядь, действует, что ли? А, вот все. Пропал, наконец-то. Хуеть вообще. Его, видимо, какое-то количество, и он копится в зависимости от ваших резистов. Как урон наносит, видимо, тоже от ваших резистов. За звуки. Я слышу жука. Ух, нихуя. А что это такое? Куда полоска ты пропала? Она что-то не хочет идти, да? Ну ничего, у меня стрелки. Стрела-то у меня с сюрпризом. Сейчас еще одна, и она отравится. А, уже отравилась. Охуенный дамаг от отравления, скажу. Он ее прям ебашит. А что такое? Да она подходит. Я огребаю или что? Этот чувачок из Until Dawn может помочь влево, да тут... Даже слепые бы это увидели. Бледная смола. Ёбаный в рот, что это такое? С ним поговорить надо или дать ему пизды? Чё, не сметь-то, блядь, что это такое, нахуй? За хуета, блядь. Я чуть не обосрался, блядь, что. Ну и локация. Шатать, колотить, блядь. По-моему, она слепая, эта хуйня. Только поэтому не напала. Фух. Ну, глаза без зрачков, все дела. Ключ беглого преступника. У него был ключ, но он так и не съёбся отсюда, да? И чего, интересно, это ключ? Тогда. А я, блин, уже у костра посидел, там уже все заспаунились. Да кто это, блядь, звуки эти за... Видимо, это эти ребята. Нет, не они, но... Блять, наверное, голум этот, сука, архитозный, блять. Так. Я забыл, где я камеру видел? Ну камон, где стены стеклянные? А, вот. Пиздец, заперто, ёб твою мать. Чем его закрыли-то, блядь? Ну и нахуй. А, там сзади слева тоже что-то, какая-то камера была вроде как.
А это что такое? Ишь, ты вырядился, ёпты, в повязке мудреца, а, блядь. Так, так. Сучьи дочери, смотри, сколько жизни мне оставили. Блять, заебись же, ты внизу был. Пиздец полный. Вот это перки у него, блять. Уже до минимума мне все снял. Восстанавливаться-то это все будет, блять. Пиздец вообще. Просто жизни вместе с полоской нахуй чуть не кончились. Ебанариум, блядь. Опять этот уродец. Впереди враг. А чё ж тот наверху тогда не враг был? А, вот про этого, наверное. Это понятно. Это, блядь, даже не один враг, судя по ногам, их там дохуя. Тут костры-то будут? С этой стороны не открыть, а с какой тогда открыть? Сверху только если плюхнуться. Я слышал эту ящерицу, что она впереди. Пиздец. Вот тебе и союзничек, блядь. Вернуться, что ли, ту убить? Ну, простой самоцвет, это, конечно, королевский лут вообще. По-моему, самое дерьмовое оружие, это на простоту, блядь, заточенное. Вообще хуй поймешь, что он дает. Блядь. Уроды пиздец какие. Чем это он машет? Непонятно. Опять этот с завязанными глазами. Призваться норовит. А где костры? Я что-то не понял здесь. Пиздец. Это, блядь, локация просто охуеть какая огромная. Еще один спит. Понятно. Кто это такие хоть? Арбалетчик, арбалетчик. Да нет, тот с топором. Лишь бы вы, блядь, с кочергой с раскаленной не выскочили эти уёбки, блядь, которые фонарем тебе жизни снимают. Да, огонь их просто уделывает, ребята. Так, подожди, впереди точно не костер. Точно не костер, кто-то пиздец как дышит, и это мимик. Блять, хуй с мимиком, подождите, я хочу попытаться проникнуть в ту камеру, которая надо сверху упасть. У меня и ключ есть.
Надо посмотреть, что с дверью наверху. Надо сначала совсем тут разъебаться, чтобы больше тут вообще не ходить. А там что-то такое дыхание, что я прям чувствую, что мне сейчас пиздюлей дадут. А у меня чутье на пиздюле, оно меня не подводит обычно. Именно поэтому я их и никогда не получаю. Да. А как туда? С этой стороны не открыть написано. А с другой туда не попасть. Там вон камера замурованная, даже видно в окошке кирпичи. Что-то я ни хрена не понимаю. Но помню, что там в конце еще одна клеть была закрытая. Может она прояснит ситуацию. Или что тут реально, блядь? Хуй знает, когда дадут еще один ключ. И ты вернешься реально с другого конца игры, да, сюда? Все мертвые. Я что, у костра не сидел после этого? Я не решил не воскресать. Заперто, вот. Ну а хули заперто-то? И тут заперто, блядь. Вы что, нахуй издеваетесь? У меня ключ что, блядь, от одной единственной камеры? В которой вообще нихуя не было? Да походу так и есть. Натуре, блядь. Выбил ключ. Ключник хуев. Что с ним делать, блядь? С одним. Понятно, идем дальше. Сука, нахуй, только время теряю, блядь. Помню, что где-то видел камеры закрытые. Где? Это что? А, ничего. Никаких секретов в этой локации не осталось, кроме тех, которые хуй разгадаешь, естественно. Ну, просто позже должны ключ, видимо, дать. Видимо, он из жопы местного босса выпадает. А потом снова, ну я говорю, а потом снова, блядь, иди в эту локацию, хуевай. Вот так вот. Вот такими незамысловатыми действиями можно увеличить время геймплея, время прохождения игры в два, сука, раза. А если это Black Silver без фаст-тревела и без вырезаний, то, блядь, можно эту игру дольше, чем Skyrim проходить, наверное. Бля, какой свет падает туда, на эту башню. Не арена ли это для битвы с боссом? По-моему, в такой Арториаса похоронили. Тут говорят, и меч Арториаса есть, но он мне что-то не очень нравится. Я не ценитель мечей Арториаса. Чё понаписали-то хоть? Осторожная иллюзия. Нечто потрясающее. Я помню, что когда Мимик дрался с демоном, он пытался его тоже пожевать. Не выгорело. Главное, самое опасное, это подсрачник. Блять, он мне чуть-чуть, сука, головой на жопу не сел. Нихуя себе, осколок Эстуса. Чуть на жопу, чуть жопой на голову, вернее. Че это за хуйня там дремлет? Что-то невъебенное в цепях. Можно на это отсюда спрыгнуть? Если не страшно. Я думал, вы дохнете с двух ударов, нет? Сука, блядь. Хуя вас там повы... Это кто, блядь, сделал? А, хорошо. Ай, хорошо. Ай, херово. Ай, пойдет. Сколько там еще, блядь? Двое. Ну, бля, сука. Ночными стрелами стреляют, не видно нихуя. Блядь, еще один. Ебаный в рот. У вас там что? У вас там казарма, что ли, за углом? Пиздец. Еще один.
Что выпало-то? Огненная бомба, блядь, что потратил, то и дали. Так, давайте попробуем одним глазочком взглянуть, что же там за хуйня внизу. Все, можно запрыгнуть, походу. Дверь не открыть. Вообще, ни с этой стороны, ни с той, не написано, что она даже открывается. Вот. Еще одно падение вниз, там уже никто не сидит. Лестница вниз. Я не хочу опускаться туда, не вижу куда, блядь. Я предпочитаю как-то разведывать территорию длинной дорогой. Душа усталого бойца. Блядь. Тут что, везде надо прыгать, что ли? Нет. Ну, где-нибудь должна быть стена, нет? Нет, написали бы, я думаю, если бы это было так. А если я по лесенке спущусь, там что? Не всегда путь по лестнице является самым безопасным, но хотя бы видно, что тут. Великан обычный храпит, походу. Помочь дальний бой. Да пусть спит. Мне кажется, это не совсем обычный великан. Дело в том, что он, блядь, намного больше всего, что я видел. Хотя он стоит. Не знаю, стандартный или нестандартный, но, блядь, он на дороге, мне пройти надо. Текстуры, конечно, пиздец. Палеолит, цепи сквозь. Звенья вытянулись, блядь. Надо же так над ебись сделать-то, боже мой. Дальний бой. Ну, походу, его и надо здесь дальним боем убивать, мне кажется. По-другому хуй что ему сделаешь. Можно, конечно, в падении там пиздануться ему на голову. Бля, это сколько потом сюда идти, ёб твою мать. 22 тысячи душ. Вот если я тут аккуратненько. Да, хуятненько. На тебе, сука. Пятно крови, блядь, подсказывает, что хуйня полная, да? Спасите нахуй мыши, блядь! Все, я в домике. Да пошла ты, мразь. У меня стресс, блядь. Все, снова спит ему похую. Кирка, вы чё, блядь, издеваетесь? Ну, если я его слезу вниз, я ему пиздюлей-то там дам. Если тут спуск вопрос. Вообще, меня любые спуски просто на костер. Я готов вам вернуть кирку. Ну, что набил, то отдам. Я готов даже шмотками, блядь, добить еще. Убрала свою нахуй рыло отсюда. Животное, блядь. Пиздец, крыска, блядь. На эстус меня поставила, тварь. Навозный пирожок. Обалденно. Да, только что было 3 эстуса, снова стало 4, как я понял, да? Пополняется все-таки он. Ёбаная жизнь. Четверо, блядь, нахуй надо. Закрой обратно дверь. Мы сюда не идем. Они, блядь, сейчас свои лампочки мне покажут просто, и я помру тут сразу. Нахуй, ну надо. Даже не знаю, есть ли защита от их телекинеза, блядь, или как это называть-то. Душа усталого бойца. Или держец? Мимик, что ли, опять?
ловушка проклятия, но это мимик, а это нет. Опа, чё за поза? Джиу-джитсу, блять, какое-то нахуй. Хорош ты, блять, давай уже. Отъезжай нахуй. Кольцо власти над тьмой. Ничего си! Силит атаку тьмой. Но снижает поглощение. Говно. А, я не знаю, работает ли это на моем мече, у которого скейл от тьмы. Думаю, нет. От старой камеры, блядь, ключ теперь. Ебать, нахуй надо было это делать, блядь. Вот козлы, блядь, а. Разработчик, нихуя человечества нет. Пизда мне, походу. Разве ж он попадет, блядь. Пиздец, еще и зажало. Фух, блядь, я в миллиметре был от того, чтобы сдохнуть. О, там внизу спуск, что ли? Можно спуститься? Да это не опасно, блядь. А, это стена. Высоковато будет, да? Да нет, нормально вроде. Сука. А потом-то оттуда куда? По карнизику, блядь, и туда? В щелку? Ну тут-то точно ловить пока нехуй вроде как. Давай попробуем. Блять, какой мох нахуй, идиот. Блять, отгрызите ему ноги, ёбаные крысы. Сука, все против меня, блять, и мыши, и не мыши. Передел жец, блять. Досать мне, блядь, где костер? Я уже очкую, просто ходить тут страшно, бля. Я думаю, я сейчас перенервничаю и мимику просто проиграю нахер. Куда мы лезем-то хоть, блядь? Может, тут срезанька какая-нибудь? А-а-а. Хуерезанька тут, блядь, а не срезанька. Ну, пиздец. Просто пиздец, чуваки. Я не знаю, блядь. Огонь вообще. Ну, то костры каждый на каждом шагу, я говорю, то, блядь, хуй ты где его найдешь. Главное, когда бьетесь с мимиком, никогда не стойте перед мимиком, блядь. Не только вот в эти моменты, когда он уже встал, а когда вот бой начинаете, сундук бить. Он может сразу вперед стартануть. Схватануть вроде как. Хуя достал. Слушай, Дианты и Вейлдер, блядь, успокойтесь. Хуя у вас замахи. Громовая стрела драконоборца мне нахуй не нужна без лука, блядь, драконоборца. Или чё мне её, как копьё кидать, что ли, придурки, блядь. Я знаю, что громовая стрела драконоборца, видимо, этого, блядь, спящего красавца выстёгивает, наверное, на раз, блядь. Сука, пучеглазая хуйня.
Так, давайте выманим сюда крысок. Вот сука. Они тут не бесконечные или? Вот та при мне родилась из клоаки только что. Главное, в гиганта не попади. Пиздец, что ты и сделал, придурок, нахуй. Все, все, все. Все. Быстро он засыпает. Даже петь ему не надо, смотри. Даже петинг ему не надо, ёпта. Да этот, блядь, по-моему, побольше, чем те. Или мне кажется. Да, крысы тут бесконечные, они тут... Для того, чтобы дать вам возможность случайно уебать по гиганту. И разбудить. Если бы с ними драться было нельзя, тогда да. Типа шум. Будет великана, вся хуйня. Добьешь, нет, сегодня? Большой, блядь, осколок. Еблонита, ну господи, ну что ж за хуйня-то? О! Вези меня. Вези меня в срезку. Так, лута нет. Что за странные балконы? Может там прозрачные стены? Я не знаю, это выяснит кто-нибудь другой, блядь, потому что я-то... Я-то манал. О-о-о-о! Нихуя не понял, где это я, но заебись. Пойду потрачу. Нажитое непосильным трудом. Ну чё, раз такая борода, пойдемте, короче, попытаемся великану навешать, не знаю. Я тут прокачался физухи, могу теперь шлем нацепить. Вообще, блядь, наверное, левелов 20 надо прокачивать, видимо, физическую мощь. Только тогда вы сможете носить приличные доспехи, двуручный меч и приличный щит. Но это будет новая игра плюс, скорее всего. Ну, или где-то кольцо дракона искать, а лучше, блядь, несколько колец дракона. Ну что, давай. Я помню, в первой части такие великаны ебашились, как львы, блядь. Топтали так, что ебать копать. А вдруг не надо убивать этого великана? Вдруг он, блядь, чем-то помог бы, блядь, там. Такого, по-моему, ни разу не было. Но эта часть на эти хуйни оригинальна. Может, там какой-нибудь неебаться рыцарь наверху стоит. Ты его сагришь, придешь к великану, они будут пиздиться, короче. А ты жать попкорн и делать ставки. Видите, что крыса ебаная делает? Крысятничает. Пизда великану, походу. Крыски, я вам покушать принес. Мне кажется, что меня должно было трупом завалить просто. Обломок титанита, навозный пирог. Вот так вот, с этого урода выпал обломок титанита. Блять, ну, великан, конечно, страху нагоняет, да? Блять, это пидерсия мне даст когда-нибудь, блять? Хоть 5 минут времени-то здесь, блядь, свободного постоять, спокойно посмотреть, что тут есть. Клоака есть, блядь, куда наверняка упал этот дух, чтобы помереть. Только что видел камеру, блядь, закрытую, и в ней что-то было. А, вон. Как туда попасть?
Пинок крыси по морде — это, блядь, самая действенная херня, что я видел. Понятно, ничего, короче, тут больше нету. Можно продолжить обследование, так сказать. Но... тут надо для этого, по-моему, наверх подняться. Чтобы пройти туда, где целая процессия чуваков, блядь, с раскаленными херовинами ходит. И попытаться их уделать и пройти им за спину куда-нибудь. Всяко они там не просто так топчутся. Ага. Еще есть вот здесь вот походить. Так, тут прыгать-то не рекомендуется, я думаю. Там внизу жук, кстати, светящийся. Блять. А вот он. Жук в куче говна. Обломок титанита. А как же там наверху? Что, реально прыгать надо, что ли? Ничего себе там прыжок, блядь. Просто подвиг Гагарина. Ну, тут есть лесенка. И она позволяет как бы сделать второй заход. Только толпа этих ублюдков, скорее всего, будет против. А, каким хуем, блядь, это дает делать второй заход, если это вообще не сюда? Таким, что здесь где-то костер, блядь. Блядь, костер-то тоже не здесь, нихуя. Куда я, блядь, попал, ёб твою мать? Куда мне надо? Сука, насочиняли опять всю хуйню, блядь, а? Просто ахиллес, блядь. Сука, блядь. Гектор, как обычно, хотел меня в петюлю, блядь, застрелить, а? Все, суки, сосите им, блядь, ноги, твари. Фух. Я иду за своим лутом, суки. Пошли вы в жопу. А это что? Так, а наверх как? А это куда? Ну, я тут и бегал, в общем-то. Только, бля, на лифте, походу, наверх можно попасть. А вот здесь эти траурные мероприятия, блядь. От местных адептов. Да, суки, вы заебли меня нахуй уже в этой локации, блядь. Куча мяса, просто куча, сука, мяса, блядь, нападает. Но по сравнению с тем, что будет сейчас, блядь. Даже не сейчас, а вот после вот этого, блядь. Пиздец, хомячки охуели. Ебать. Это когда крыса так прыгала, интересно, блядь. В игре. Я знаю, найдутся крысоведы из Реала, которые скажут, что все крысы так прыгают, блядь. Но в игре-то, блядь. Вторая вниз, походу, да? С разбегу. Ушла. Ну и хер с ней. Так, три эстуса, бля, вот это. Три эстуса, это, конечно... это, конечно, сила. Спасибо. Короткий путь, короче, влево. Где? Че это такое? Они все померли. Камень драконьего туловища. Что мне с ним делать?
Требуется жест? Какой нахуй жест? Верность темной луне, может? Хуй там, да? А чё на камне написано? Где он вообще? Какого хуя? Куда он делся-то? О. Камень, пропитанный силой пресносущих драконов, используется в тайном ритуале пути дракона. Положение... Угу. И чё, блядь? Так что надо делать-то? Какой еблан решил, что это, блядь, свободный путь? Упасть ниц, может? Они вон вроде как все ницы упали здесь. Пошли вы нахуй, блядь. Я чё, долбоёб тут 2 часа сидеть? О, еще один лифт. А это куда? Неважно. Громовой клинок. Нахуй нужен мне этот... Мне этот, блядь, клинок. Непонятно. Ой, бля, комуха. Там внизу еще и пол не поленились нарисовать, ты глянь. Странно, что нету пятен крови от разных оптимистов, которые попытались что-либо там найти. Где это мы? Обосраться. Ну там, да, там этот мандавошник, но там его прикрывают. Хер чем сделаешь. Так, а эти три господина там чего стоят-то? Не три, а 4 даже. Камень используется в ритуале, блять. В каком нахер ритуале? Что с ним делать-то? А если оставить, что будет? Хуйня поймешь, блядь. Чё такое? У меня и такого жеста-то нету, блядь. Я вижу, что надо что-то как-то присесть. Мольба. Рухнуть. Рухнуть и пасть ниц, блядь. Вот мой жест, сука, вам. Сейчас я... Да, блядь. Давай спрыгни нахуй со скалы и убейся. Сейчас я все попробую. Спасибо. Мольба. Все похоже, я перепробую. Я даже рогатый, как этот дракон. Давай же. Вон он сел в нужный жест. У меня нет такого жеста. Видимо, его в каком-то ковенанте, блядь. А что? Пиздец. Полный. Жест, наверное, называется медитация какая-нибудь. Смотрите. Трое, четверо. Что они тут делают? Да, все отвратительные звуки исходят от этих уёбищ. Ух ты, блядь. Боевой какой. Сука, убивать их спящими нахер. Почему нет такой возможности? Требуется женщина. Ха-ха-ха.
Хорошо, вот это хорошо, шутник. Юмор про бабу интернациональный, видимо. Ух ты, блядь. Их и колдуны свои имеются, вы посмотрите. Оскверненный уголь. Это чтобы оружие сделать чем, простите, я не понимаю. Осквернять, наверное, чтобы оружием, блин. Так. Ёбаный насрать. Это надо ждать, когда они уйдут, короче. Нихуя себе локация. Они пройдут, и вот когда они отойдут, можно будет пройти немножечко. Шу-шу-шуть. Пиздец, вот это да. Блять, опять мимик, что ли? Вы блядь, чё, прикалываетесь, нахуй? Серьезно, что ли? Чё это такое? А мимик на них не нападет? Они из одной петушиной обоймы или из разных, интересно? Я считаю, что надо проверить эту теорию. Лишь бы лут не брать, да? Уголь. Пиздец. Бейся с ними, уёбок. Я тебя расколдовал, блядь. Почему не защищает своего повелителя, я не понимаю. Пиздец, он обратно закрылся. Их по одной можно выманивать, что ли? Обосраться тоже занятие, блядь. Говно бесполезное, это мимик, блядь. Киржаков! На нахер. Ты связался не с тем нигером, потому что я не нигер, символ алчности. Вот это говно вредно, кстати, на голову одевать, оно какие-то там статы критует. Голова алчного чудища похожа на сундук с сокровищем, при желании можно носить на себе. Повышает шанс поглощения душ поверженных врагов и вероятность нахождения предметов. Но проклятие заклеймленных вытягивает из владельца ОЗ. Вот-вот. 11 веса, блядь. Ну, физика, кстати, неплохая. Неплохая защита, но, блядь, постоянно ОЗ тратить. Блять, господи, ёб твою мать. Умеете вы заебсти, блять, даже мертвого. Почему-то у них уже нагреты их эти хуёвины. Уже готовы на жопу их вставить, блин. Алвы. Ничего себе. Они не замечают, что их, блядь, дружный хоровод все редеет с каждым кругом, блядь. Ай, блин. Шлем глашатая. Алвы. 4.2. Ну, ясная херня, что он будет хуже, чем. Но у него, мне кажется, соответствует и весу. Вес броне прям. 9.0. Нихуя не соответствует. Слушай, ну для 9-то... Да даже для 9 говно. Пиздец. На алва. Но это на самом деле, блядь, не альва никакой. Это мне как... Нет. Защита алвы, искателя отверженных, стальной нательный доспех был усечен, чтобы снизить вес. Да, блядь, нихуя не помогло. Это похоже на венграловые тряпки, но нет, тут много металла слишком для них. По ноже алва. О! Блять, они и тяжелее, ёб твою мать, поэтому. О! Ну что, я могу себе позволить смену перчаток? Вроде да. Шикарно!
Не зря левел качал. Так. Время еще одну выманить. Они либо палку заряжают, либо фонарик, как я понял. А, вот сейчас у меня из-за серии ударов даже здоровье добавилось. Впервые, по-моему. Ладно, надоело, они мне уже не мешают. По большому счету. Нет, мешают. Они сейчас в кучу соберутся, блядь, если эти не пойдут. Блядь, в этом шлеме вот видно, что должно быть лицо главного героя, но вместо этого обрезанная темнота, блядь. Как так? Так, мне так, понимаю, надо последнюю именно брать. Блядь. Сучка, нихуя ты уворочится. Оу, ёбаный в рот, две сразу. Две, конечно, это не три. Пошли нахуй. Заебанки старые, блядь. Уголь, пиздец. Если бы знал, что есть уголь, хуй бы вообще пошел. Блядь. Смелость? Нахуя здесь смелость? Блять. Вот нахуя. Я уже забыл про них, блять. Блять. Хуй, пока тут эту косточку найдешь, блять. Уже пизды получишь. Сосите хуй, старая шалава. Блять, ну это подстава, пиздец какая была. Вот что он делает. А я со второго урода, по-моему, даже лут не собрал. Ёбаный, блять, ублюдок, а. Сука, могли бы написать, что не смелость впереди, блять, а западня, подстава конченая. Сука, нихуя себе там пиздец такой. Блять, ну... Сука, мне туда... Идти теперь, идти, блядь. Пиздец, сколько мне туда идти. Обломок титанита на эту хуйню или на эту хуйню потратить? Дай. На какую пока тратить не буду. Мне кажется, что то хуйня. Надо что-то менять, блядь, в этой жизни. Давай. У вас из лов, baby, don't hurt me, блядь. Буду вес повышать. Собственно, хронометраж подсказывает, что серию пора заканчивать, что время истекло. Закончить серию хотелось бы... Какой, сука, все-таки дурацкий шлем с этими рогами? Значит, во-первых, оказывается, лук можно наточить. Просто в этой части решили... Блять, это ноу-хау в стиле, вот я не знаю, в стиле... Armored Warfare переделать интерфейс. Здесь сверху ввели закладки. Теперь лук находится просто в отдельной категории. Кстати, большой лук драконьего всадника точится титанит. Титовой чешуей, что просто пздец, по-моему. Ну и щиты, да, а бронька не точится. Вот я просто не замечал, что здесь есть вот эта вот хренотень. Травяной щит мерцающим титанитом точится вообще великолепно. Кроме того, на трупе перед срочной эвакуацией из этой клоаки я нашел кольцо, по-моему, вот это, кольцо Флина. Снижение веса, снижение усиливает физатаку. Нет, это у меня было. Кольцо мудреца нет. А я не успел разглядеть, какое кольцо я схватил. А, вот это. Снижает потребление, окей. Но мешает количество ОЗ. А, окей, это что? Это синяя полоска, да? Окей, да.
Говно кольцо. Мне такое кольцо не нужно. Ну и пепелок отдать. Старой кокаинщице. Пепел желтого ученого. Например, за пепел в твою силу. Она, я смотрю, однообразно комментирует каждый пепел, кроме одного, которого назвала пеплом дурака. Ну, желтого ученого я знаю, сейчас появится тюрбан в продаже, халат. И я бегал в этом. Да, вот оно, смотрите. Болеро Еремии. Да, Еремия он был, да. Желтоватая накидка прикрывает ремешок из медных медальонов. Одеяние Еремии принадлежит исследователям утерянных чар, и количество медальонов символизирует успех. Предмет гордости исследователей, даже если кроме них об этом никто не знает. А шлем где? Блять, вот они погашены, потому что мне на них не хватает, я не вижу. Ну где-то тюрбан такой здоровый должен быть, елдак такой на голове. Но нет, просто сет Еремии неполный продается, без шлема. Видимо, шлем где-то там дальше просто отдельно валяется. Ну не суть, все равно эту пошлость я бы все равно на себя, наверное, не одел. Так, ладно, о, а это что такое? Капюшон раба. Я думаю, что... О боже, что такое? Вот, в таком наряде надо вторгаться в иные миры, чтобы они сразу поняли, что смерть пришла. Ладно, не суть, короче говоря. Как у меня знак ковенанта разгорелся. Что это значит, я вообще понять не могу. Пустошение 40, может, опустошение пора снять. Ага. Опустошение отменено. Но надо бы дойти потом, блин, совсем снять эту метку. Она, говорят, на финал повлияет, но я не знаю. Каким образом, я пока ни одного финала не видел, к счастью. В общем, шлем Альвы. Намного ли он хуже? 4, 3, 8, 3, 4. Не намного, кстати, хуже. А по весу не намного и легче. Что ж, тоже неплохо. Ладно. В общем, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите в следующей серии. Отомстим. Отомстим этим кобылам.